красивая планета. Может быть, приземлимся здесь? Вау, вы только посмотрите! Разве это не замечательно? Ну, это может быть опасно. Помолчи, не ты тут главный. Эй, вы, пора расслабиться. Ай-я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 й. Ну, как всегда. Эй, ура! Да! Дамы и господа. Давайте, ребята, за работу. Не могу поверить, что это ты сказал. Катастрофа. Гнуфы. Гнуфы под водой. Теперь можно телек посмотреть. Так, наконец-то! А что такое телек? Идеально! Хоть один райский уголок на этой планете. Поехали! Я балдею! Это великолепно! Ой, что это? Я весь мокрый. Ну, ничего, такое случается? Давайте, парни, присоединяйтесь! Быстро, быстро! Хорошее местечко для зонтика. Я первый! Эй, уберите эту штуку, я загораю. Я бы на твоем месте был бы осторожнее. Сейчас солнечные лучи могут быть очень опасны, смотри, не обуглись. Да-да, слышал я уже этот бред. Жаль, у меня нет пальцев на ногах, я бы сейчас их зарыл в теплый песочек. О, всемогущий океан, ты силен и неприступен, в пучине твоей полны-полно звезд и прочих зверей. Спасибо, что приютил нас. Я чувствую здесь такое вдохновение. Вы только что приехали, и ему уже хватил солнечный удар. Ты не против, если я включу музыку? Давай вперед, наслаждайся. Ой, я боюсь воды. Не заплывай слишком далеко. Красота. Теплый песочек и солнечные лучи. Вот это жизнь! Теперь угадайте, кто я? Давайте, давайте. Давайте. Кто? Я морская звезда, вот кто. Разве это не чудесно? Я чувствую себя так свободно. Ой, что-то мне нехорошо. Ой. Скорее в воду, давай, давай, быстрее. Быстрей, быстрей. Какой болван? Что это со мной такое было? Если уж на то пошло, ты должен был знать, морские звезды не могут жить на суше. Серьезно? А меня не предупредили? Эй, ребята, я теперь одноногий Джон Сильвер. А может быть, даже капитан Флинт? Я еще не решил. Да-да, мы поняли. Ну ладно, пойду покатаюсь на водных лыжах. Всю жизнь об этом мечтал. Присмотрите за страшилкой, ладно? Я пошел. Раз уж все чем-то заняты, мы со Скопи займемся подводным плаванием. Точно, мы наловим кучу сардин. О, это морское чудовище. Да нет, это всего лишь я. Мой вам совет, держитесь подальше от осьминогов. Они такие приставучие в это время года. Может быть, я даже сделаю какое-нибудь открытие, которое войдет в историю. Ай! Эй, эй, что происходит? Я тону? Тону? Ну, что ж, пора посмотреть, что там на дне океана. Похоже, капитан Флинт ушел под воду. Никто не хочет поплавать? Еще бы такой шанс. Скопи, ты со мной? Конечно. Давайте, давайте, а я полежу на солнышке. Хочу персиковый загар. С ним будет просто отпадно. Скорее, как перезрелый персик. Вот здесь идеальное место. Когда опустимся вниз, подай мне такой знак, чтобы показать, что все в порядке. Такой? Именно, так делают все профессионалы. Ну что, идем на счет три. И раз, и два, и три! В чем дело?
Ты в порядке? Я просто хотел сказать, что это обалденно! Эй, я не знал, что ты умеешь плавать! Я учился заочно, на курсах! Здесь столько водорослей! Прям морская капуста! Ты только посмотри на этих рыб! Больше, чем в аквариуме! И я позеленел! И это не самый лучший оттенок. Это почти хаки. Хотел стать персиком, даже до изюма не дотянул. Хе-хе. Но как это получилось? Что мне теперь делать с этим дурацким загаром? Это потому, что ты был синий. Да, я думал, загар для всех одинаковый. Подумай логически. Ты был синий, а солнце желтое. Синий плюс желтый. Зеленый. О, боже! Вот именно. Это катастрофа. Знаешь что, тебе нужен красный. Синий плюс желтый плюс красный. Вуаля, получится как раз то, что нужно. У тебя есть что-нибудь красное? Только банка варенья в сумке. Давай сюда. Странно, почему здесь никого нет? Где же все рыбки? Рыбки, рыбки, куда вы пропали? Подводная жизнь такая захватывающая. Боюсь, ты был прав. Насчет чего? Русалок на самом деле нету. Их не существует. А ты что думал? В любом случае, я не понимаю, куда подевалась вся рыба? О, нет. Это... Акула! Вы что, рехнулись? Это всего лишь я. Ой, прости. Вот что я вам скажу. Водные лыжи — это пустая трата времени. Ни одного катера поблизости. Как, по-вашему, я должен кататься? Бедняга. Мы тоже разочарованы. Вся рыба куда-то исчезла. Здесь стало так пусто, как в пустыне. Неудивительно, в пустыне-то нет рыбы. Рыба-то живет в море. Ого. На этот раз я должен стать обладателем шикарного загара. Посмотрим. Я похож на... На огромный чернослив. Чернослив в панике. Большое спасибо за советы. Сначала синий, потом желтый, теперь красный. Еще и липкий. Отлично. Ничего не скажешь. Ну все, пора возвращаться. Да, здесь нечего смотреть. А я так надеялся подружиться с тунцом. Как-нибудь в другой раз. Эй, вы это чувствуете? Да, ну что это? Что происходит? На помощь! Нас поймали в сеть! Это ужасно! Надо им помочь! Спокойно, у меня есть план. Смотрите! Одни мы не справимся, нужно позвать остальных. Подождите, я сейчас вернусь. Эй, скорее, там страшилка попал в рыболовную сеть. Хватайте ваши шары и вперед. Люди всегда портят любой отпуск. Быстрее, иначе мы их упустим. Я всегда хотел растянуться. Это неплохой шанс, верно? Малыш и Хиппер скоро будут здесь. Помогите вытянуть страшилку на поверхность. Ты можешь растянуться еще немного? Кажется, это уже предел. Ой! Хватайте его и тяните! По-моему, это уже не смешно! Тяните, скоро все порвется! И я вместе с ней! Гнуфы победили! Ура! Молодцы!
топчет. Посмотрите на них. Какая красота. Смотрите. Теперь я тунец. Я тунец. Почти как настоящий, выгляньте, а. У тебя талант. Это именно то, о чем я мечтал. Бордовый. Меня очень стройнит, кто бы мог подумать. Подводная жизнь, ты чудесна. Берегись, я акула из челюсти. Похоже, правда, да? Кровожадная акула. Я сам себя напугал. Замечательно, но ты можешь теперь себя растянуть? Не, рыба такое не умеет. Тогда почеши мне за плавником. Ага, вот тут, ага. Почешу, если ты потом почешешь мою. Без помощи никак. Фильм озвучен студией Warm Sound. Перевод Анны Коган, звукорежиссер Владимир Козинда, текст читали Мария Косяк и Андрей Корольков.